просто посмотреть. Кургунгу, да. Давай, открывай. Давай, открывай. Ой, не имей, балам. Мунда, ты сам нас. Ай, вот, пусть он это сели, что то это, решай, поэгалай. Кургунгу, да, ты не будь. Именно следующий смен. Ака гир порас тарем. Лен кирген жокпуз, ач ач. Э баласын болсун. 2 секунд эле өтөт. Ошого дагы силер менен. Ушундай эме приказ алганга кандай эмесиң? Ачык сот деп. Эми куш кирген 2 секунд эле өтөт. Мындан жөн эле көрөлүк, мындай эме ачык койду. Ушул жерден 2 секунд эле өтөт ушу. Без гривенника. Просто говорилось. Уже полтора года они там сидят. Они за что со мной? Вот именно. Ай, сен мындай эле кышайып көр, сен билмексең болду, эчтеке болбойсуң, бала. Эчтеке мен ары жагыма тийип атасыздар. Ары жагы барган жокпуз кочу. Кармап атасыздар, жана. Силерге, силерге коркопсаң кармап. Бөлөк оружиеме тийишпесе болду эме. Ушул силерге ушундай команда берген да, ушул жерде 2 секунд өтөт. Буга чейин бири эмелер эле судебный приставтар турган да, эми силер келиптир, э? Жаба албайсыңар бир отрядда алып келип ушул жерге тизе албайсыңарбы? 8 киши өткөнгө эми. Заболели 2 человек, Денис Молдахматов и Кенесбек Душебаев. Сегодня ГСИН, сотрудник ГСИН, притащили волоком, применяя силу. Они болеют, хотя не было решения судьи Первомайского районного суда города Бишкек Садыкова Марата. И вот они сейчас их получили побои, и сейчас они находятся в отстойнике. Туда нас не запускают. Внутри суда есть отстойник, где содержат. В связи с этим сейчас судья отложил перерыв минут на 15-20. Вот так начался процесс. И обратно все подзащитные адвокаты, все участники процесса, за исключением 3 человек прокуроров и судьи, они только за закрытый суд и по беспределу идет нарушение всех уголовных процессуальных кодексов Кыргызской Республики. Остальные все требуют, что нарушается закон уголовно-процессуального кодекса, основной закон, который сегодня механизм ее как проводить. Я думаю, ну, налицо. Сами слышите, видите, все закрыто. Конвоиры и так далее, никого. Усиленный конвой. Привозят 2 конвоя. Спецназом доставляется и конвоем. Наши подзащитные. По кимбаровскому делу. Thank you.
Адвокатты жибергиле да. Адвокатты киргизге. Тем более госадвокат. Вот этого надо убрать из процесса. А что значит убрать из процесса? Вы какое имеете отношение к нему? Это мой адвокат. Это разбирайтесь. Почему он меня оскорбляет? Он вас не оскорблял. Я свидетель. Она собирается прямо удалить. Он его на место поставил. Председатель спрашивает, могу ли я? Эмил, коридорный судебный процесс не готов. Иди чуть помочь. Вышибаев остался без защиты. Вышибаев остался без защиты. А ну адвоката отстранили. Ну за Киргизбеев-то. И мне что делать? Уже 2400 пусть снимают. Гуршин-то без бейсболовка беспредел. Киргизбеев его пусть они видят, что даже государственного адвоката не заводят. Мейли 2400 чем юзюзу защиты кенге керек та силерге. Я понимаю, вы юзюр жумушлар жасалмасар. Но вы тоже... Бүгін мен қайырлы тілім МВД прокуратура СИЗО бирге қайырлы тілім бізден жақындарызға психологически басым болатат. Бір жарым жылдан бері камерадан камераға қоторуп азыр күч қолданылатат бізден жақындарызға. Мұрданқы сотто алардың киімдерін чечіп, киімдерін айырып, конвой өзінің сот ошондой решение бербесе дағы күч қолданылатат бізден жақындарызға. Национальный центр ПТК дағы қайырлы тілім ұшыл біздің жақындарымызға көзөмөл болып берсін деп. Анткенчүн біздің жақындарымыз соттолу элек ұшыл МВД прокуратура силер көзөмөлгө алыш керексиңер. Эмне үчүн азыр біздің жақындарымызға ушундай күч колдонулуп атат? Бүгүндагы алып келип конвойлор күч колдонуп эле алып кирип атат. Ден соолугуна карабай, акыбалына карабай, соттун чечими жок болсо дагы өзүнүн полномочияларын превышать этип кара күч колдонушуп атат. Андан кийин СИЗОдун ичинде дагы СИЗОнун сотрудниктери көзөмөл кылбай ОПГ-лар кирип психологический давление кылышып атат. Бул кандай бул мамлекеттик мекемеде ушундай нерселер болуп атат азыр.